Итак, здравствуйте. Я знаю, что очень продолжительный период времени вообще не выходило никаких видео. Я решил это компенсировать, сняв сразу 3 распаковки. Причем одна из них будет весьма оригинальной. Я впервые буду распаковывать книгу. Конечно, связанную... Так, извините, музыка слишком громкая. На паузу не ставим. Я сделаю чуток потише. А не то меня не будет слышно. Не думал, что тут будет с голосом. Итак, будем распаковывать сегодня книжку, коллекцию компании для игры Memoir 44, или Memoir 44, не знаю, как правильно произносить. Если кто знает, напишите в комментариях. Также распакуем маленькое дополнение для нее. Ну и, как чаще всего у меня бывает, еще одно дополнение для игры «Ужас Аркхема». Это коробки со многими элементами, поэтому мы их распакуем позже. Так что давайте отложим их в сторонку. А сейчас мы распакуем эту книжку. Это будет весьма короткая распаковка, так как мы просто снимем пленку. Так. Ну и кроме книжки у нас тут есть буклетик или, возможно, еще какая-нибудь маленькая книжка. Сейчас посмотрим. Так, буклетик. Ничего себе. Здесь целый набор жетончиков. Значение этих жетончиков мы, конечно же, узнаем из соответствующих сценариев из книжки. Ну, давайте выдавим жетончик. Попробуем его потереть с одной и с другой стороны. Сразу скажу, жетончики очень качественные. Думаю, по качеству они сравнимы с немецким каркасоном. Очень твердый картон. Вот. Я ногтем царапаю. У меня ногти, как видите, не особо короткие. Он не царапается. Очень качественный картон. Остальное оставлю для моего оператора. Пусть позабавится с выдавливанием жетонов. Так. И давайте посмотрим, что у нас в книжке. Как выглядит сценарий в книжке. Я такого не видел. Здесь небольшое оглавление. Здесь у нас написано. Книжка на английском. Ну, для меня не проблема, но для многих моих друзей и знакомых английский почему-то представляется проблемой. Хотя для меня это довольно странно. В нашем мире без английского как-то далеко не пойдешь. Сценарии разделены на компании. Вот здесь у нас все это описано. Здесь используются как жетоны из стандартной игры, жетоны из некоторых дополнений. Вот здесь у нас уже, собственно, идут различные сценарии. Очень интересная, красочная книга с качественной бумагой. По качеству похоже на... Даже не знаю, что сказать. Вот знаете, как раньше были книги с бумагой, и в центре, не в центре, были вкладки с фотографиями, схемами, картинками. Вот эти листы по качеству похожи на те. Очень качественная бумага, хорошая. Я бы обязательно посоветовал брать эту книжку, даже если у вас есть только базовая игра. Ну и давайте посмотрим немножко, как это все у нас в конце выглядит. А, это особое для счета. Ну, еще парочка сценариев. Очень много сценариев. В книжке у нас написано, что сценариев 46 штук, которые поделены... А, подождите, у меня же есть... которые поделены на 11 разных компаний. Ну и больше показывать особо нечего. Так что премного благодарен за внимание. Подписывайтесь, комментируйте. Если не жалко, ставьте лайки. Ну и большое спасибо. Смотрите сегодня же еще 2 видео с распаковками по «Ужасу Аркхема» и еще одной распаковкой по «Memoir 44». До свидания!